Привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-Навигатор с вами. Сегодня хочу представить вам новую версию Elementary OS Loki. В данном случае это бета-версия, финальная выйдет немножко позже, но уже сейчас есть что посмотреть, есть что-то новенькое. Итак, первое, что бросается нам в глаза, это новые обои, но о них немножко позже. То есть у нас пока одна новая обоина такая, все остальные старые. Довольно-таки красивые, стильные, но это не самое важное. И снова, что сразу бросается в глаза, появился центр уведомления. Есть у нас триггер «Не беспокоить», и все уведомления падают в этот лоток. Вот, собственно, параметры наших уведомлений. Можно настроить различные уведомления для различных приложений. Календарь, там, да, баннеры, звуки, там, центр уведомлений, менеджер архивов, музыка. То есть различные варианты. И это все дело настраивается, это очень хорошо. Ну и пока мы в параметрах, что еще у нас нового? У нас появились теперь сетевые профили, с помощью которых можно добавить нашу сетевую учетку Google, Microsoft, неважно. И с помощью этого всего можно синхронизировать наши данные календаря, наши файлы с облачного хранилища и многое другое. Это полезно, этого действительно не хватало, и я считаю, что этим функционалом должна обладать, ну, буквально каждая современная операционная система. Общий доступ. Также здесь можно настроить общий доступ, да, к вашей медиатеке, к музыке, видео, изображениям и задать параметры Bluetooth. Ну, почему бы нет, я думаю, эта функция будет не лишней. В меню настройки звуков также добавили пункт Subwoofer, где можно настроить глубину баса. А также, в принципе, здесь все то, что было раньше, по сути, ничего нового. А по сути, это старая добрая Elementary. Что еще из нового я вам забыл сказать? Здесь у нас новый центр приложений. Теперь здесь у нас есть всплывающее уведомление, то есть, да, циферка, которая показывает количество обновлений. И все приложения вот так распределены по категориям. В таком плиточном стиле выполнен центр приложений. И у нас две вкладки: категории и наши установленные приложения. Также имеется поиск. Все очень стильно, просто и со вкусом. А в конце видео хочу еще добавить, что данная операционная система основана на Ubuntu 16.04 LTS. И, собственно, унаследовала все достоинства и недостатки от Ubuntu. Давайте справедливости ради я еще открою терминал и введем команду name-a. И мы видим, что у нас версия ядра 4.4. Это одно из самых последних версий ядра, то есть довольно-таки свежее и актуальное. В принципе, на этом все. Давайте подытожим. Elementary OS Loki. Что же можно сказать о ней? В принципе, это все та же старая добрая Elementary OS. Стала немножечко лучше. В целом, повторяет концепцию предыдущих Elementary. Довольно-таки неплохой стиль. Красиво прорисованная оболочка. Оптимальная производительность. И все то же сходство с macOS. Из нового, да, у нас есть дополнительные функции, они не лишние, они оптимально вписываются в новую операционную систему, новое ядро и, по сути, это замечательная операционная система. Да, есть, конечно же, вопросы по стабильности, но об этом всем поговорим уже после релиза. Акцентирую ваше внимание, что данная операционная система пока еще является в бете, и устанавливать ее на ваш компьютер для постоянного использования я бы не рекомендовал. А так чисто ознакомиться, один день ее поиспользовать, посмотреть, что нового, что да как, в принципе, можно. А с вами был IT-Навигатор. Дорогие друзья, спасибо всем большое за внимание. Лайкаем, комментируем. Обязательно вступаем в нашу группу ВКонтакте, подписываемся на наш занимательный YouTube канал и на все наши социальные сети.
Очень приятно было с вами пообщаться. До новых встреч. Пока-пока.